Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видео обзор на вот такие вот прописи, подготовка к школе, большая книга упражнений. Покупала ее в фикс прайсе и решила сделать обзор, быть может, кому-то это будет интересно. Давайте посмотрим. Здесь вот написаны буковки наши, русские. Есть такая же книжка с иностранными буквами. Так, давайте, вот Оне Макеева. Посмотрим, давайте, с этой стороны, что же у нас тут написано. В принципе, я думаю, вам видно. Ага, вот сфокусировалась. Так, ну и давайте посмотрим саму книжечку. Так, на первой странице мы видим рисунки животных, у которых что-то не хватает, да, у зайчика ушки, у мишки ножки, у лошадки тоже ножки не хватает, да. И, наверное, здесь ребенок должен посмотреть, чего же не хватает у каждого животного. И дорисовать. Это довольно интересно. Бумага немножко тоненькая. Немножко, мне кажется, она желтоватая, не белая даже. То есть, ну, только, наверное, цветными карандашами здесь можно раскрасить. А фломастеры уже просвечивать будут. Такие красочные здесь, не красочные, вернее, а четкие рисунки. Все так довольно красиво, деревья красивые, облака красивые. Я, например, стараюсь покупать всегда своему ребенку журнал, где это все очень красиво, где все понятно, что это же какое-то там животное. Да, солнышко, то, что оно круглое, и стрелочки здесь нарисованы. Елочка, как правильно рисуется. Довольно интересно. И ответы, кстати, здесь сразу перевернутые. Так, кстати, ребенок научится читать кверх ногами. Это тоже очень интересно. Мы в детстве читали задом наперед. Нам нравилось. Да, здесь вот ребенок должен будет угадать, где чья тень или кто это вообще изображен. Моему ребенку 2 и 3, он уже, в принципе, все это узнает. Чья тень, где тень. Правда, мы, конечно, не по этой книжке занимались, по другой немножечко, но все же. Так, здесь различия найти. Здесь тоже что-то, ну, довольно интересно. Даже мне самой интересно. Фикс прайс молодец. Он делает разные книжки, которые можно купить. Я там очень много книг купила для ребенка. Также там продаются альбомы для рисования. Самые дешевые и более-менее нормальные по качеству, чем в других магазинах. Здесь можно и просто с двухлетним ребенком позаниматься. Где киса, да? Где цветочек, яблочко, где покажи. Или что это? Он все равно читать пока это все не умеет, но все равно. Какое-то маленькое, но развитие. А потом уже, когда будет постарше, он все это ему очень будет нравиться. Я в детстве очень любила такие книжки, но у меня была только одна книжка, которую я проходила заново и заново и заново. Вот, пожалуйста, тут и морковка, и все это. И снежинка даже, солнышко. Тут, наверное, что-то выбирать надо. И цифры. Ну, немножко, кстати, вот есть небольшой брак. С той стороны рисунок виден здесь. Вот он в некоторых местах виден. Не везде, но в некоторых.
Домики, циферки. Кстати, не красочная, она черно-белая. Вот, видимо, поэтому и бумага потоньше. Цыпленок, кстати, курочка-цыпленок. Здесь сколько цыплят, вес их посчитать, яблочки посчитать. Я думаю, это должно понравиться ребенку. Напишите обязательно в комментариях, покупали вы такую книжку или нет, и нравятся ли такие книжки вашим детям. Я думаю, они нравятся. Тем более там, сколько, кстати, было написано? А нет, тут не было написано, с какого возраста обычно пишут. Но раз здесь даже счет, я думаю, это с 4 лет, может быть, с 5 даже. Вот, тут можно, ну, тут можно заниматься и с 2 лет уже начинать. Кто летит на воздушном шаре? Кто здесь летит? И он ищет, а где олень, да? А где зайка? А где мишка? Где лиса? Там зайчик, кролик. И параллельно учить циферки там. Да можно даже, я думаю, с 2 лет уже. Кто знает, дети, цифры. Ну, даже тут буквы, алфавит даже есть. Вот они, пожалуйста, животные. Снеговик. Вот оно красивое какое. Дерево, яблочки. Даже сказка здесь. Лиса и журавль. Почитать ее не только в книжке, а там большой, да, какой-то, где она там у вас есть. А еще и здесь. А, зима, лето. Ну, это можно, в принципе, все вот это вот самим нарисовать. Я думаю, даже не обязательно быть художником, можно и срисовать где-то. Напишите вы в комментариях, как вы считаете, может ли каждая мама нарисовать зиму для своего ребенка, не имея образования художника. Ну, довольно интересное, но жалко, что не красочное, что просто черно-белое. Тест мотивация. Даже тесты есть. Тут ответы. Тест да, нет, не говори. Сколько тут? 78-я страница. 79-я. Тут уже, по-моему, нет, тоже тест. 8 страниц, целых 80. Вот, вот такая. Я постаралась побыстрее, чтобы уж слишком не затянулось у нас все это. Кстати, 2019 год, то есть этого года она. Ростов-на-Дону, даже не Москва, а Ростов-на-Дону. Хотя все производство, фикс прайс, производится в Москве. Пригород Химки, в основном все там, а это значит уже все-таки другое, просто они перекупают, скорее всего, и чуточку либо подешевле, либо подороже, скорее всего, подешевле продают, потому что я видела такие похожие книжки с фикс прайса, которые там вот в фикс прайсе именно продают, такие же похожие видела в других магазинах и в 2 раза дороже. Поэтому, наверное, я думаю, все-таки подешевле. Такой вот у нас с вами был обзор. Вы напишите в комментариях, он вам понравился или нет. Если он вам понравился, я тогда сделаю обзор на другие книги, которые тоже покупала в фикс прайсе, и тогда начну покупать их. Если вам понравилось, если вас все устроило. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. Какие книжки вы покупаете в фикс прайсе для своего ребенка? Какие ему книжки нравятся? Вот. Также смотрите наши другие ролики, как мы с сыночком живем, наши влоги, как мы отдыхаем, как у меня сынок развивается, занимается.
Также обзоры на продукты из фикс-прайса, из обычных магазинов. И там много-много всего интересного у меня на канале. Обязательно посмотрите и обязательно подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Я ценю каждого подписчика. И если у вас есть свой канал, я на вас тоже готова подписаться. Только вы мне об этом напишите где-нибудь в комментариях. И всем пока-пока.